попа, не понял, что за лаги. Сервер лагает. Обнаружен. Да он, Леха, его досик. Сейчас не, это, не стоит проводить МП. Так, дальше куда? Я, короче, с МП закругляюсь, я не буду его проводить, даже в нем участвовать. Я не смогу просто. Хорошо. 123. Завис. Не пингуется. Все, сервак не пингуется. А вот теперь ты пингуется. И вот задосит. Вот здесь строй делаем. Угу. Зачем ты сюда машины ставишь, если здесь строй? Да нет, вот у стены. Уйди. Да все, Брайан не участвует. Тут не строй. А че там что встали? Пускай рядом стоит. Скажи, ВМФ, СВ рядом. Ой, блядь, ВМФ, ВВС рядом. Надо оружие сделать, чтобы показывать. Не бросил пол хп. Ну, Ларс покнулся. Быстро выиграет. Чего они там в центре стоят? Хотя стой, так может быть даже удобнее будет. Ничего не удобнее, у нас же форма разделена. Ладно. Да, все, капец было. Нихуя, Евгений, вообще тру РП. Какую-то анинку взял, типа по рации пиздит, не встал что-то. Не отвечаю. Так, вас меньше, да, стало? Один пропал. Ну, пиздец вообще. Надо в следующий раз будет 20 человек собирать с каждой армии, чтобы пока доехали, там, то, пока все, ну. Видишь, дедос, сука, вот как-то всегда так специально. У нас же 3, 4, 5, 6, 7. 7 нас, слышишь? Одного нам кого-нибудь подари. Все. Он Машу не убивал. По-любому уже тащит, да? Так, не тащит, тащит. Что-то их, по-моему, вообще мало стало, еще меньше, чем вас. Вот, цирр пусть, да. Ну, 7 человек, давай, ладно. Четверо. Это значит, что они... Они у вас 8, смотри. Ему кто-то дал все-таки форму. Да, 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 кто дал? Лин? О, Лин. Тихо, тихо, тихо. Так, вот Бруно. О, блин, красавчик просто. Слушай, я это все на видео записываю. Так, друзья, вот информация о погоде к этому часу. Сейчас у нас на чем постоянно скинься меня? Пасмурно, похолодает на плюс 4 позже, но без осадков. Опять же, завтра 26 марта. Без палева. Ночью плюс 1, утром 0, днем плюс 5, вечером 0. Ясно, без осадков. Все это время будет. Я-то думал. Чуть мясо на мясо хочешь, настоящей весенней яркой погоды. Теперь, что касается курса валют ОЦБ на сегодня. Доллар США 36 рублей 16 копеек. Завтра 35 рублей 93 копейки. Так, сколько их теперь? 49 рублей 91 копейка. Завтра 49 рублей 70 копеек. Так. Наш также 8. Все, их теперь тоже 8. Деньги в производство автомобилей и не прогадал. Ну что тогда, я увожу их на другой конец, да? Ну да, у нас потом... Не, давай пусть тут стоят, просто у вас как-то проще их ВВС, ВМФ звать. Да-да-да. Повышает цены. Времени осталось немного, но время еще есть. Время выгодного вложения денег в автомобили Ford. Alarm Motorsport.
Телефон 7, так, где вам начало-то сделать? Говорят, посетители ТРК Пик. Точку спавна. Конструктор. И себе. Так много магазинов. Вот, где-нибудь купить. Здесь вот. А мы тут тур в Испанию купили. Идем чемодан выбирать. ТРК Пик. Ваши. Блин, маски не взяли. Да не надо маски. Площадь tk-pik.ru. Ехали медведи на велосипеде, ну, а так, за ними кот. Пока у него сноуборд. Вслед за ним комарики на роликах в кипариках. Стоп-стоп. Это что за басня? Это не басня, это распродажа в Актив Спорте. 29 марта в центрах спортивных магазинов Актив Спорт. Нам, то есть, всю эту сторону надо знать, да? Вам, лыжи, да, вы типа отсюда начинаете. И оружие, заливайте краску. Актив Спорт, ТРК Меркурий, Савушкина 141, ТРК Континент, метро Бухарестская. Подробности по 008. А за ними хаски на скейте в лыжной маске. Volkswagen Polo с нуля. От 461 тысячи 100 рублей. Первый взнос 0%. Звоните 325-7000. Аксель Сити. Официальный дилер Volkswagen. Volkswagen. Das Auto. Программа реализуется в партнерстве с ООО Volkswagen Bank Rus. Подруга списался. Я отправлюсь в континент. Кто-то будет ночью спать. Все, готово. Не знаю, я участвую, ну? Нет, раз ты без формы. Ты же кто без формы, где не стрелять? Если я снимаю, блин. Ну что, свою сторону-то хоть скажи, что готов. А, готов? Скидки на новой коллекции, увлекательная шоу-программа, призы и подарки. А вот этот временный скин, меня когда убьют, он исчезнет, что ли? Да? А я думал, это когда тебя не убьют. Ты крикни им там, чтобы не стреляли, блин. Ничего бы не было. Ты тупо снимаешь, тебе взять или... Не знаю, говорю. Чёрт, у меня броня опять. Ну ладно. Я вытяну, я надеюсь. Да не, мы не затащим просто. Ох, вот он попробует. Они что, так как стояли, так и стоят. Короче, подходите и расстреливайте их. Да, на, ну все, они же. Вот сразу в меня стрелять. В себя? Да. Пиздец, да? Не, это тупо, когда, ну, в принципе, нормально для первого раза. Надо потом будет захват оборону делать. Сделай нимку, типа, ты стоишь. Давай. У меня что-то нимки не работают. Блин, ну хрен. Но у меня стреляют, но не. Вообще подальше. Ах, понял. Хитрецы. Хитрецы. Давай. Не вы высокую точку заняли. Не Ларс ебошится, снайпер. Ах ты же, блин. Чё-то не вижу, те, кто без брони, дальше стреляют. У нас, Сол, я игру мы не затащим. У нас теперь ХП там всякого этого нет. Я ХП есть, вот брони там. Там у них тоже. Да ёб твою мать. Что с автоматом? Гадь. Лёха, слили. Да твою мать, я стою, блин. Трое на меня одного его. Да ёлки-палки, чё меня стреляют. Ну я тут, короче. Да ладно, провели его. ЖБМ, ВВС победили. Все, всех вас нейтрализовали. Нет, я-то живой, я не трогаю. Брунька минус 5 сделал. Да, вообще ни одного, а не, одного забрал. Кто-то стреляет у нас. Бруно что-то слил. Ни одного я забрал. Дальше на меня тронет.
наши снайперку же, блядь. Вот Маста со снайперкой не хватает. Либо меня хотя бы. Мне, у меня нет снайперки. Первого. Я бы наказал бы это. Ребят. Со снайпой все-таки сливали. Да, это провал. А говорили про Бигу. Да-да-да, мы-то между собой успели сказать, а им-то не объявил из этого кипиша. Надо в конфе оставлять. Ну да ладно. Только 10-й, 9-й.